Профессиональный стресс называют болезнью 21 века. В мире бесконечного движения его может получить любой из нас. Стресс может спровоцировать самый неожиданный фактор. Например, у трудоголика – отпуск. Университет правительства Москвы поможет вам остаться в строю и сохранить здоровье. Пройдите дистанционный курс управления стрессом, и вы узнаете, действительно ли стресс – тихий убийца, и возможен ли стресс-мотиватор. Вы оцените собственную стрессоустойчивость и потренируетесь в принятии управленческих решений на основе реальных кейсов из неспокойной жизни госслужащих. Научитесь распознавать признаки и справляться с последствиями стресса. Узнаете, как оказать экстренную помощь себе и своим близким. А главное, как предотвратить появление стресса. Подарите себе возможность жить в гармонии с окружающим миром. Университет правительства Москвы. Мы учим управлять городом и собой.